Готовься в ВУЗ с первого класса. В стране все большую популярность набирают образовательные депозиты. Сегодня целевые накопления имеют уже около 15 тысяч человек. Обучается по ним свыше 100 студентов. Чем выгодные такие вклады, узнала Гульнара Хасан. Димаш и Динаш Есим неразлучны с детства. Вместе ходят в школу, вместе посещают курсы финансовой грамотности. И уже с детства знают, кем станут в будущем. Я хочу стать будущим дизайнером. Мне нравятся красивые вещи, одевать. Я хочу стать милиционером, чтобы защищать людей. В военном институте хочу получить знания. Мы будем учиться в своей стране, потому что мы любим свою родину. Несмотря на юный возраст, дети понимают, осуществить мечту им поможет только качественное образование. Родители открыли для них образовательный депозит. Всего с начала 2013 года в Казахстане открыто уже 15 тысяч таких счетов. По мнению одного из вкладчиков Гульсумы Гизбаевой, такой способ накопления очень удобен и не отражается на бюджете семьи. Я сама своему сыну открыла депозит год назад. Кладу я ежемесячно 10 тысяч. Это сейчас моя возможность, которую я могу класть ему на депозит. Мои планы на ребенка, и мы с ним тоже это обсуждаем, это обучение в Казахстане, а уже магистратура уже за рубежом. Я открыла депозит уже осознанно для того, чтобы накопить ему на образование к окончанию школы. И затем, если он не воспользуется данным депозитом, либо учиться параллельно в другое тоже второе высшее образование, либо уже магистратура. К слову, учиться благодаря образовательному кредиту можно как в казахстанском, так и в зарубежном вузе. А если кредит не использован, можно перевести счет на другого ребенка. Копить на престижное образование заранее еще и выгодно, считает директор департамента гарантирования образовательных кредитов Земфира Бжикенова. Можно сэкономить на обучении от 40 до 60% за счет премии от государства и банковского вознаграждения. Помимо банковского вознаграждения в размере 14%, ежегодно начисляется премия государства в размере 5,7%. 5% это для обычной категории граждан и 7% это для льготной категории граждан. Если, допустим, взять статистику по накоплению, если вы открываете депозит на 5 лет и ежемесячно вносите по 17 тысяч тенге, то к моменту окончания ваши средства будут в размере 1 миллиона тенге, а премия государства и банковское вознаграждение составит почти 700 тысяч тенге. Депозитное образование, по мнению Земфиры Абжикеновой, инструмент очень перспективный. Ежегодно школы страны заканчивает свыше 100 тысяч школьников. Две трети из них поступают в вузы и колледжи на платной основе. Гульнара Хасан, Омирбек Изимов, Бауыржан Кадыржанов, 24KZ, Астана.